Так, 26 декабря 2023 год, полнолуние. Ну, оно будет, если быть абсолютно точным, через несколько часов. Ну, через сколько, кстати, часов? Через 8 часов. Ну, в общем-то, уже этой ночью. Ну, вот, пожалуйста, видно, даже линия терминатора еще нет. Есть, конечно, полная полнолуние. То есть это луна, да? Кто не догадался. У нас немножко затуманенное небо, но абсолютное отсутствие ветра. Удивительно, очень ветрено сегодня было. Просто дикий ветер был. Это Заворожская область тут. Такие поля, что дует крепко. И на тебе ни дуновения ветерка. Так, ISO 100. Выдержка 1 к 200. Ну вот, меняю. Давай сейчас полный кадр возьму. 1 на 300-200, 1 на 500. Выдержка как бы его поконтрастнее, чтобы была она. Предыдущим дублем снял Сатурн в 1,5 миллиарда километров и Юпитер 650 миллиардов километров, миллионов километров. Вот она, наша красавица. Полнокадровая. Так, ISO 125, 1 к 320 выдержка, фотоаппарат Nikon Coolpix 5000, оптический зум 125, плюс 4 цифровой. Ну, давайте оставлю, наверное, пускай вот так кратеры. То есть это своим ходом вращение Земли. Движение Луны, ничего не трогаю, вот так в кадре при 500-кратном увеличении перемещается Луна. Плюс 10, слушайте, я взапрел, хорошо хоть бушлат не надел. В камуфляже такая жарень. Ну, хочется резкость поймать, но это, к сожалению, уже атмосферная. Так, наверное, надо посветлее сделать, да? 1 к 200. А так вроде пересвечено. Время ж хочется сделать получше. Получается как обычно. I got a ticket to the moon. I'll be rising above the sun soon. Ладно, давайте, наверное, Юпитер посмотрим. Странно не уделить ему внимания. Сатурн уже, во-первых, чуть пониже, во-вторых, он чуть подальше. И, наверное, не будем мы на него тратить
время. Вот и Питер. В самом зените он практически. Сейчас, ребят. Неудобно. О, ну я даже вижу в окуляре и спутнички рядом. И экваториальные полосы вижу. Ну, где-то делся. Опять же хочется резкость получше. Но при таких тяжело поймать. Так куда ж ты опять делся? Что ж ты? Что ты его трогала, блин. Неудобно, практически действительно в зените находится. Тяжко мне тут в раскорячку. О, все, я отошел, уже как есть, так есть. And the tears I cry. 26 декабря. О, и облака затягивает. Я посмотри, ну, подарочек просто был. 26 декабря 2023 год. Запорожская область, близ города Орехово.